руки держи, а потом собирай. Давайте еще раз. И так много раз подряд. Осанка, положение рук и ног, значение имеет каждая деталь. На льду члены сборной команды области и города по фигурному катанию. Больше 20 юных спортсменов. Я хочу узнать для себя что-то новое, что не знала раньше от этого тренера. И, может быть, выучить какие-нибудь новые прыжки. Тренер Сальхов, тренер Тулуп, тренер Рибыгер. Новые элементы осваивают под руководством мэтра российского фигурного катания Виктора Кудрявцева. Заслуженный тренер СССР и России в этом году отметил 80-летний юбилей. Воспитал первого советского чемпиона мира в одиночном катании Сергея Волкова и до сих пор в строю. Организовали мастер-класс компания «Ростелеком» и Федерация фигурного катания России. Наша компания дает возможность талантливым балакжанам стать чемпионами в будущем, помогая раскрыть их потенциал уже сегодня. Я уверена, что подобные социальные мероприятия помогают детям почувствовать уверенность в себе и вдохновиться, глядя на то, как работает на льду великий тренер. В основе его системы обучения – сочетание общефизической, специальной физической и технической подготовки. В этот раз от правил отступили, сосредоточились на самом сложном и интересном. Второй час звездной тренировки. Ребята послушно выполняют команды тренера Виктора Кудрявцева. Разучивают в основном технику прыжков. Вместе с ними учатся и вологодские тренеры, но не катанию, а преподаванию. Советы опытного наставника тренеры не просто слушали, но и записывали на видео. Сейчас в Вологде порядка 300 детей занимаются фигурным катанием. Успехи есть, но нужно двигаться вперед. Находясь только в рамках одного города, конечно, сложно изучать что-то новое, то, что появляется в фигурном катании. Я думаю, что этот мастер-класс скорее для тренеров. То есть на конкретных детях им показывается, куда и как двигаться дальше. Вектор развития задан. Вологодским тренерам предстоит увеличить скорость скольжения воспитанников, непрерывно отрабатывать несколько элементов подряд, не сбавляя заданный темп, и работать над качеством выполнения элементов. Тренеры большой сдвиг сделали в работе благодаря знаниям, которые они получили на семинарах тренеров, выезжая в центры и сводом катка закрытого. Это качество исполнения элементов значительно выше стало. Подобные мастер-классы тоже сработают на результат. Кстати, в Вологде это уже не первая встреча с заслуженным российским тренером. Искусству скольжения юных вологжан обучил и Сергей Чемоданов. В дальнейшем такие уроки снова появятся в расписании юных вологодских фигуристов. Марина Березина, Михаил Протасов, Вологда РФ.